Всем привет, друзья! С вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. И со всеми этими обновлениями, Бравл Пассами, новыми бравлерами я забыл про свой аккаунт под названием Нуб Донатер. А эта рубрика вам очень сильно нравится. Ребят, я буду исправляться. И сегодня на этом аккаунте мы будем снова донатить. Конечно же, я в магазине куплю все вот эти акции. Конечно же, заберу бесплатную акцию. Это у нас новенький скин на Була. Король варваров Булы, чего вам советую. Закуплю вот эти акции. И самое главное, куплю сегодня Бравл Пасс на этот аккаунт. Но здесь одно небольшое но. Я не буду покупать Бравл Пасс плюс 9 уровней. Я куплю Бравл Пасс за 160 гемов. И посмотрим, насколько быстро я смогу получить Гейла именно на этом аккаунте. Да, с помощью доната, но не такого уж сильного. То есть я не буду сразу закупать. Это мы уже все видели. Я хочу, вот реально, мне интересно узнать, сколько я получу опыта, если я сделаю все квесты вот прямо в этом видео. Все квесты. Здесь 11 квестов. Из них я могу сделать всего лишь 10. Потому что бой с боссом сейчас не работает. Но, ребят, я обещаю, будет очень интересно. И поэтому, ребят, прямо сейчас запускаю нереально крутой челлендж. Нужно за 3 секунды поставить лайк. Подписаться на канал, если вдруг еще не подписаны. И нажать на колокольчик. Готовы? Раз. Два. Три, успел, спасибо тебе большое и приятного просмотра. Но, еще одно но, обязательно проверю себя. Введен ли у тебя здесь код Робзи? Если вдруг нет, срочно вводи, это офигенная фишечка, срочно. Вводи, не пожалеешь. Итак, что мы делаем? Ну, у меня есть гемасики на этом аккаунте, поэтому мне, в принципе, закупать их не нужно. Но, ребят, я должен покупать эту акцию. Здесь 80 гемов, 2400 золота и 4 мегаящика. А вдруг мне Гейл выпадет просто так? Такое тоже может быть, серьезно. Такое может быть. Я знаю, что ребятам падали Гейлы, мне писали в моем клане. Ребят, попробуйте. Попробуйте выбить сами. Итак, открываем мегаящики и 5 предметов. Я не говорю, что он может мне выпасть, но есть такой шанс, серьезно. Еще один мегаящик, ну-ка давай, 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 давай. Блин, 3 мегаящика, нифига. Я серьезно очень сильно надеялся, что что-то выпадет. Блин, 4 мегаящика, везде 5 предметов. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы с вами залетаем сюда, активируем Бравл Пасс за 169 гемасиков. И быстренько, быстренько. Кстати, у меня есть еще ящики, я их не открывал. Вы написали, не открывая до обновления. Можно, в принципе, их пооткрывать и сегодня. Попытаться что-либо выбить. Возможно, пассивочку, возможно, гаджет, возможно, Гейла, кстати, можно выбить. Кстати, какой мне шанс? Ну-ка, давайте посмотрим шанс и пойдем сразу делать квесты. Какие здесь у нас есть? Итак, магазинчик, магазинчик, шансы. Смотрим. 1%? А, подожди, я думал, у меня Лего 1%. Нет, у меня 0,08. Ну, маловато, маловато, если честно. Но смотрите, что мы делаем. Мы сейчас с вами вот эти 150 очков, конечно же, закинем куда? На легендарочку. На легендарочку. У меня ворон подходит к прокачке. К финалочке, поэтому туда же и закидываем. Что еще можно будет купить? Мегаящик? Нет, я не буду донатить. Я только закуплю вот эти вот очки силы, которые мне очень сильно нужно. Ух, на мистера Пи мы только что набрали много очков. Не будем покупать звездную силу. Мы сразу идем смотреть, какие квесты у нас именно офигенные. Смотрите, мы можем взять Пока. Нужно нанести 90 тысяч урона Пока. Нужно совмещать квесты. Нифига себе, у меня все квесты на бравлеров. У меня нет ни одного квеста ни на какой режим. Посмотрите. Нужно, получается, за мистера Пи сыграть, за Дэрила, за Джина, за Пайпер. Вы чего? Алло, а где, где квесты? Победи 12 врагов именно за Спраутом. Ну, я думаю, что нужно идти за Спраута для начала. 100 жетончиков получать. Ну и остальные тоже. За Спраута, конечно же, мы пойдем в горячую зону. Ну, вы понимаете, там лучше всего набивать. Там лучше всего набивать именно киллы. Погнали, погнали, ребят. Все, стартуем. Сразу горячая зона, погнали. Я думаю, что я за один раунд, я не знаю, 12 вряд ли смогу набить, но постараюсь как можно больше. Итак, против меня бравлеры довольно-таки не сильные. То есть, им главное, чтобы у меня было меньше танков. Так, у нас Бул вообще АФКши. Кстати, сейчас моя задача не главное выиграть. Главное просто набить как можно больше киллов. Так, не забываем, что это не боты. Это не боты, это, кстати, реальные игроки. Так, почти одного убили. Оп, минус один есть и минус я. Один килл есть, а нужно 12. Нужно постараться как можно больше киллов сделать за один раунд. Может быть, надо было в захват кристаллов сходить? Там можно тоже больше киллов набить. Так, а где наша... Где на... О, Шелли. Шелли. Ее сейчас кто-то убьет. А, ее убил я.
Так, нашу Шелли. Моя задача не побеждать. Серьезно, моя задача не побеждать. Так, это вынесли. Мы бросаем еще одну какашечку, еще одну какашечку. Ну-ка, попади. Так, подожди, где она, гадина? Так, ставим сюда преграду. Ага, сам себе перекрыл мишку. Так, и все, готово. Я не знаю, примерно 3 килла я уже сделал. Так, здесь у нас пришел кто? Пришел дружище, дружище, мы его тоже забрали. А нет, это не я забрал, да ё-моё. Ну блин, мне нужно киллы. Так, у нас, мы, кстати, побеждаем. Мы, кстати, пока что побеждаем. Так, тихо. Ждем откат скиллов. Так, тихо. Я убил. Хорошо. Ниту я добиваю. Где у нас еще? Барлика убил, не я. Ну, блин. Дайте мне, пожалуйста, эту Шелли. Так, хорошо. Шелли пробили. И нужно добить Шелли. Есть. Моя Шелли. Так, ниту. Ждем, пока их пробивают. Так, тихо. Есть еще плюс один килл. Ниту добиваю я. Есть. Пофиг, честно, я вижу, что мы побеждаем 100%, да, мы выиграли. Но интересно, сколько я успел набить киллов. Этот видосик будет, сразу говорю, долгим, потому что я хочу за одно видео сделать все квесты. Итак, звездный игрок, конечно же, я, потому что я больше всего урона нанес. И сколько вы набили сами киллов за эту игру? Плюс 7. Я думаю, за второй заход мы сразу сделаем этот квест. Итак, мы здесь перекроем проходик, чтобы нам никто не ходил. И мы спокойненько забираем, побеждаем. И квест, это у нас выиграть нужно было именно на спрауте. Мы с вами выполнили. Все, готово, 100 жетончиков забрали. Ну, 100 жетонов это мало. Это реально мало. Сразу заходим. Это мы первый квест только закончили. Я хочу посмотреть, сколько мы получим уровней, когда все сделаем. То есть все полностью сделаем, все квесты, которые есть. Итак, нанести 90 тысяч урона, играя за Пока. В принципе, это тоже горячая зона. У меня на Пока здесь скина никакого нету. И у Пока есть... У Пока 0 кубков. Это будет просто. Это будет очень просто, потому что таким Пока легко набивать урон против ребят. Они сейчас будут погибать. Я прям стану вон там сверху и буду просто из всех фунь, как можно больше хилиться, и мы уже выиграли. Надеюсь, с третьего захода на Пока мы с вами сделаем 90 тысяч урона, потому что Пока не такой уж дымажный. Если было на хил, да. Плюс 22 тысячи, итого второй квест у нас закончен. 90 тысяч урона нанести нужно было именно за Пока. Смотрим, что у нас дальше. А дальше у нас выиграй с бойцом 6 раз с Булом, с бойцом 6 раз Барли, 6 раз с Нитой, нанести 180 тысяч, 10 раз, капец, 180 тысяч. Давайте мы возьмем с вами, наверное, Мистера Пи и будем наносить 180 тысяч урона именно за Мистера Пи. В какой игре лучше всего это делать? Мои пингвинчики идут в бой, показывают, где кто у нас сидит, значит, в центре у нас никого нет. Кто-то убежал наверх. Так, ребят, кто здесь у нас убегает? О, ты на меня нападаешь? Как это было опасно? Неужели я не выигрываю этой катки? Быть такого не может. Слушайте, дружище. А если я поставлю вот сюда пингвинчиков и вот так сделаю? Все? Да? Первое место? Окей, сколько урона... Ну, да, здесь не покажется, сколько урона я набил, но набил я, мне кажется, довольно-таки здесь неплохо. Наконец-таки я делаю третий квест на 180 тысяч урона и получаю 250 жетонов сразу. 250 жетончиков. Посмотрите, у меня уже какой уровень сейчас будет Бравл Пасс, ребята? 6-й. Уже будет 7-й, то есть к 7-му приближаемся, неплохо. За один раз, ребят, за один заход мы сами не сделали даже половины квестов, которые должны сделать. Нанести 180 тысяч единиц урона за Пайпер. Как такое может быть? Ладно, мне пофиг, мы эту катку слили, но зато, смотрите, хотел в конце красиво много урона нести. Не, 12 тысяч урона 100% нанесено мною за Пайпер. Да. И это плюс 250 жетончиков. Это означает, что у нас уже 8-й левел Бравл Пасса. Я сейчас, знаете, что подумал? Что зря я не купил сразу Бравл Пасс. Плюс 10 уровней. Ну, точнее, плюс 9 уровней. Почему я этого не сделал, я не знаю. Ладно, буду пытаться добиться это своим путем. Без вот таких отложений. Хотя я могу психануть, в принципе. И гемасики-то у меня есть на аккаунте, 420 гемов, это примерно 15 уровней я сразу закупил. Вот, плюс 15 уровней, то есть 8 плюс 15, и получаю бойца. Но я хочу добиться сам, попытаться, насколько это сложно, возможно, невозможно, посмотрим. Итак, квесты.
Итак, у нас квесты заметно меньше стало. Теперь нужно выиграть все остальные. Это по 6. И, наверное, начнем мы, конечно же, с Була. То есть нужно выиграть 6 раундов. Скорее всего, я буду играть сейчас максимально быстро в Броуболе каточки, потому что каточка Броуболе, скорее всего, занимает меньше всего времени. Конечно, если против меня не будут профессионалы просто мега крутые. Красиво, красиво, молодец. Итак, ребята, это 6-я победа за Була. Я получаю еще свои заслуженные 250 жетончиков. Но это мне не хватает все равно, чтобы добиться 8 уровня. Буквально немножко не хватило, ничего. Мы сами отправляемся в квесты. Как видите, квестов у нас еще просто здесь вагон и тележка. И берем, допустим, себе Дэрила. Дэрил в броубольчике, прям это пушечка. Итак, у меня здесь 106 кубков, есть гаджет, поехали. Теперь у нас очередь пошла за Дэрила. Все, у них ворота закрыты, и это 6-я. 6-я победа на Дэрила. Пипец, я столько кубков апнул, пока все делаю эти квесты. Но, ребят, 6-я победа плюс 250 жетончиков. Фух, отлично. 250 жетончиков залетает в нашу копилочку, и мы с вами берем дальше. Дальше следующего бойца. Это у нас бой Нита, это Барли, это Джин. Давайте мы, наверное, возьмем себе Джинчика. У него 18 кубков. И пойдем с вами, конечно же, в Броубол. Броубол сейчас, мне кажется, самой быстрой катки, именно на победу. Быстрее все победим, быстрее закончим данное мероприятие. Погнали. Итак, ребят, это 6-я победа на Джине. И это быстрее всего, на ком я закончил данный квест на 250 жетонов. Я думаю, что другие бравлеры не так получится быстро, но Джин, блин, это реально пушечка. Быстренько прошел, буквально потратил минут 7, наверное, на выполнение данного квеста. То есть за 7 минут я получаю 250 жетонов. У меня постоянно почему-то зависает Бравл Старс на вот эти 92%, и часто приходится перезагружать игру. Я не знаю почему. Итак, у нас уже практически 10 уровень Бравл Пасса, но еще не все квесты выполнены. У нас еще осталось Нита, Барли и Мортис. И мы сегодня их 100% с вами закончим. Итак, сейчас у нас Барли, кстати, возможно, даже можно будет немножко прокачать. Ну да, зачем я буду ходить 7 уровнем Барли, если можно пойти 8. И тоже, скорее всего, это будет Броубол. Надеюсь, я смогу быстренько его здесь пройти. Итак, осталось 10% буквально добить эту карточку. И оказалось, что за Барли быстрее всего было закончить именно в горячей зоне, ну или захват кристаллов. Называйте как угодно, и это 6-я игра за этого бравлера. Видео записывается уже практически 2 часа, я уже устал, ребят. Но то, что я обещал, я должен выполнить. Итак, 250 жетончиков снова залетает к нам в копилочку, и у нас уже 10 уровень. То есть, смотрите, мы с вами за один день, выполняя квесты, уже сделали себе 10 уровень. И это еще не финиш, ребят. У нас впереди Мортис на 500 жетонов и Нита на 250. Сейчас я займусь именно Нитой, и, скорее всего, это будет Броубол. Я протестирую либо Броубол, либо захват кристаллов. Точнее, захват флага. Погнали! Наконец-то, ребята, это предпоследний бравлер, на котором мы сегодня с вами закончили квест. Это 6-я победа за Ниту. Плюс 250 жетончиков еще и за Ниту залетает в нашу копилочку. И запись этого видео приближается к концу. И, кстати, кто заметил, сколько кубков у меня было в самом начале? Кстати, мы только что получили 11 уровень и приближаемся к 12. Серьезно, 12 уровень, и у меня будет игра за Мортиса. Правда, Мортис почему-то 5 силы, и прокачать я больше, увы, его не могу. Ну, потому что больше нет улучшений, но думаю, что у Броуболе он себя покажет как-никак, кстати. Но за него нужно выиграть 10 каточек, ребята, 10 каток, это просто жесть. Итак, друзья, это победный гол, и это все, это 10-я выигрышная каточка. Как я устал, ребята, как я устал записывать этот видос, вы не представляете, 2 часа записи. Но это 10-я победа на Мортисе, и мы за один заход выполнили все 10 квестов на этом аккаунте. Смотрите, сколько у меня кубков, какой у меня уровень Battle Bravel Pass, посмотрите, 12-й с половиной уровень. Кстати, кто из вас запомнил, сколько было кубков у меня на начале записи данного видео? Если не ошибаюсь, 2 с чем-то тысячи, то есть больше примерно 500 кубков я набил за этот видос, ребята, примерно за 2 часа. Я надеюсь на ваши лайки, на вашу поддержку, потому что вот это все, ребят, мы открыли с вами за один заход, без доната. Ну как без доната? Мы купили Бравл Пасс, ну а теперь, ребят, наконец-то пришло время все это открыть. Я очень, кстати, надеюсь, что нам сегодня
выпадет легендарный, точнее, хроматический боец Гейл даже без 30 уровня Бравл Пасса. Итак, мега ящик, ребята. Мега ящик и 5 предметов. Серьезно, неужели я вот ради этого старался, чтобы мне было 5 предметов? Не может такого быть. Большой ящик. Выдайте мне бравлера. Выдайте мне гаджет. Выдайте мне пассивочку. Выдайте хоть что-то. Я реально очень старался. Так, большой ящик. Большой ящик открываем. Выпадает 3 предмета. И опять же, нифига нам толком не выпало. Окей, забираем вот это вот. Внизу у нас еще куча наград, которые мы сейчас с вами будем забирать. Все постепенно. У меня есть еще мои сундуки без доната. Но, ребят, я их еще не открывал. Я их хотел открыть, когда выбить Гейла, чтобы прокачать его сразу неплохо. Так, 10 гемасиков халявных забираем. Спасибо большое. Бесплатный ящик. Смотрите, сколько наград мы взяли с вами всего лишь за один день. То есть за одно выполнение квестов. Большой ящик открыли, золото забираем. Еще один большой ящик открываем. Маленький ящик. Но пока что нам нифига не падает. 2 мега ящика сразу. Бесплатный мега ящик забрал у пас. Тоже 5 предметов. Я не знаю. Не знаю, просто очень маленькие шансы. И мега ящик, который мы получили с вами на платном Бравл Пассе, в котором тоже 5 предметов. Да ну не может быть такого. Ну просто ничего не сыпется. Забираем, наверное, все-таки мы вот это дело заберем на кого? Я заберу... А почему бы нет? Пускай получает справод, мы получим ему 7-ю силу, возможно, хотя бы выбьем хоть какой-то гаджет. Итак, кто у нас ближе всего к новому рангу? Так, меньше всего трофеи, ближе к новому рангу. Так, 7-й, 6-й, 7-й. Вот, тебя мы должны апнуть, потому что гаджет на тебя очень сильно нужен. Дальше, кто у нас есть 5-й силы или 6-й, кто не апнут? Так, Джинни у нас на 5-ю, на 6-ю он все равно пока что не пойдет. И, в принципе, здесь у нас... А, нет, Мистер Пи. О, ребят, у нас в запасе пару гаджетов. Итак, что у нас с вами еще осталось? 50 очков силы мы закинем с вами кому? Тому, кому не хватает. Смотрите, Джеки буквально немножко остается до 9-й силы. И последний мега ящик, который мы получаем на пути к славе сегодня. Да ладно! С последнего мега ящика выбиваем сразу гаджет на Спраута. Ну, хотя бы так. Ребят, мы проверили, сколько можно получить опыта за Бравл Пасс, точнее, за все выполненные квесты на платном Бравл Пассе. То есть вы с вами качнули 12 уровней. 12 уровней Бравл Пасса за один день. Я думаю, что за дня 3-4 можно спокойно дойти до Гейла и получить его, не донача, вот сюда, вот эти вот 30 гемасиков каждый раз. На этом видосик заканчивается. И он записывался больше 2 часов, и я надеюсь на вашу поддержку. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, всем удачи и покедова.